ребятки, вот и выходные. Здорово, мужики. А что, клюет что-нибудь? Есть маленько? Нормально все? А? Нормально, говорю, все. Рыбачишь? Давай, рыбач. Клюет хоть? Ага. Вода ледяная, но мы люди простые, да? Увидели воду, сразу лезем. Ладно, как в детстве говорили, чур не подогреть, но придется первому. Ныряй. Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, да лягушки. Фу, какая гадость, эх, жизнь, моя жестянка, да ну ее в болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Как водичка? Ой, вода теплая, отлично. Теплая? Пузатик наш. Всем привет. Ну что, ребята, открытие шашлычного и купального сезона произошло, поэтому первые шашлыки сегодня. Какое сегодня число? 11. 11 июня. Еще. О, с Артемом Олеговичем. Он, как обычно, должен нормальный анекдот этот раз хоть придумать, не как в прошлый раз. Нету. Ну как нету? Придется. О, у него своя приблуда. Привет всем. Ну что, наш шашлычок спеет? Нравится, как Шилов, он вообще ничего практически не редактирует. Как снял, так и заснял. Ну что, вот и наш стол. Небольшой. Стол, мы не пьянствуем, стол. Мы не пьянствуем, мы пьем лель. Кто-то майонез ест, дядя Вова не ест. Поэтому, ну что. Майонез превращает доширак в деликатес. Доча. Как твой пузатик? Ты его кормишь? Да. Корми.
Как всегда, излюбленная рубрика, анекдот от Артема. Короче, кораблекрушение. Все погибли, и спасся один маленький мальчик. И, ну, его вынесло на берег, на необитаемый остров. Ну и, короче, прошло 17 лет. И на этот остров приезжают девчонки, там, компании. 4 девчонки на скоростном катере, короче, гуляют, веселятся. Ну, чисто женской компанией, все. Гуляют, подвыпили хорошо, и вдруг кусты, короче, раздвигаются, выходит парень такой, Тарзан, красавец такой, накачанный, длинный волос. И у него такая елда, блин, 30 сантиметров, стоячая стоит. Ну, а девки подпили, короче, все там, давай с ним заигрывать. Ну, а дальше, как, ну, как в порнофильмах бывает, короче, вообще. Там все вместе, как по-украински, кучковато, поебня, короче. Ну, и все, после этого там парень лежит хорошо. И такой говорит, так а вот для чего этот кожаный хвостик? А я им, говорит, вы рыбу глушил, говорит.